Фашисты называли этот полк «небесными ведьмами». В Союзе фронтовики окрестили их «небесными амазонками». Названия разные, а задача одна – разгромить врага. С этим молодые девушки справлялись отлично. Спонтанные налеты бомбардировщиков сеяли хаос в рядах фашистских войск. Одна из летчиц дивизии – наша землячка Евгения Жигуленко, родилась в Краснодаре. После школы поступила в институт на дирижаблестроение. Летать мечтала с детства. Со второго курса отправилась на фронт. Всю войну она летала на самолетах. Она заслужила множество наград. Герой Советского Союза. После окончания войны, 10 лет, она еще служила в ВВС. Также она известна как режиссер киноленты, известный в нашей стране в свое время, да, в общем-то, и сейчас, наверное, «В небе ночные ведьмы», который посвящен девочкам, летчицам, героям, которые воевали за нашу Родину. Евгения Жигуленко немного пожила и в Сочи, потом переехала в Москву, где и скончалась в 1994 году. Ее именем назвали одну из улиц поселка Калинина Краснодарского края.